Hola amigos, на связи Матвей. Сегодня по многочисленным просьбам я снимаю видео о том, как оптимизировать ваше Android-устройство для комфортной игры Fortnite. Сразу хочу предупредить, что данное видео не поднимет ваш FPS в Fortnite, но это с легкостью может сделать другое видео, прежде снятое на моем канале. Посмотрев его, вы сможете установить 60 кадров в секунду в Fortnite на любом вашем Android-девайсе. А в комбинации с этим видео из вашего Android-устройства будет вообще какая-то игровая машина. А все потому, что мой способ в этом видео всего-навсего стабилизирует вашу игру, и неважно, сколько у вас FPS в игре, 30-60, лагать она будет намного меньше. Ну а перед тем, как я вам расскажу, как убрать лаги в Fortnite Mobile, обязательно оформите подписку на данный канал, если вы здесь впервые, поддержите меня как начинающего автора. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня, это мой тег автора Мотивкар в вашем ежедневном магазине Fortnite, смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом моей группе канала ВКонтакте, ссылка в описании. Так вы попадете в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Ну а теперь перейдем к сегодняшней теме. Во-первых, что я хочу сказать, данный способ может стабилизировать абсолютно любую игру, то есть PUBG, колду, неважно. В общем, слушайте. Знаете ли вы или нет, но ваш телефон запрограммирован так, что он стремится всегда как можно меньше себя нагружать различными файлами и приложениями. Это, конечно, хорошо, так как благодаря этому ваш телефон меньше нагревается и служит вам намного дольше. Но здесь есть и обратная сторона, так как ваш телефон воспроизводит неполную мощность для ваших игр. И Fortnite не исключение. Вообще, отсюда истекает одна из основных задач разработчиков игр на телефонах. Они должны как можно сильнее оптимизировать игру, чтобы она меньше нагружала телефон и вообще его не портила. Но как мы знаем, Epic Games на все насрать, поэтому даже на некоторых топовых Android девайсах Fortnite еле-еле тянет, а на iOS вообще уже поиграть нельзя. Именно поэтому комьюнити постоянно приходится самому переписывать конфиг, самому оптимизировать устройство для игры и все такое. Вот так вот и живет мобильный гейминг. Я для вас нашел одну из лучших сторонних утилит для очистки оперативной памяти на вашем Android девайсе. Суть ее в том, что она нагружает оперативную память пустыми папками. Телефон очень сильно нагружается, и алгоритмы Android удаляют эти папки и удаляют все фоновые процессы. Давайте объясню, что надо сделать. Также, если у вас возникнут какие-то вопросы по поводу данного способа или вообще по поводу игры в целом, то смело пишите в мою группу канала ВКонтакте, ссылка в описании. Я отвечаю за все, что говорю на своем канале и готов вам помочь с вашими трудностями. Для начала надо установить приложение, ссылку на которое я оставил в описании к этому видео. После того, как вы его полностью скачали, открываем. Нам предоставляется полная статистика по загруженности нашей оперативной памяти, ну и мы нажимаем на кнопку «Заполнить всю память». Благо, все процессы происходят без нашего вмешательства. Подобные процедуры стоит повторять каждый раз перед заходом в игру. Также периодически советуется очищать кэш Fortnite. Ну а сейчас хочу сделать пару очень важных заметок по поводу оптимизации Fortnite Mobile на ваше Android устройство. Чем больше гигабайт оперативной памяти в вашем Android устройстве, тем лучше будет идти Fortnite Mobile. В среднем это число варьируется от 3 до 4 гигабайт памяти Azu, ну так скорее всего на вашем телефоне. Именно в таких моментах и спасает мой способ. В любом случае старайтесь как можно реже засорять свой телефон лишними файлами и приложениями. Ну а перед тем, как мы закончим данное видео, хочу выразить гигантское спасибо моему подписчику Андрею, что предоставил мне данный способ. И огромное спасибо Никите, что предоставил материалы для данного видео, так как у меня не Android, и проверить я пока что данный способ не могу. Но это сделали мои модераторы. Вот вы просто представьте, Андрей наткнулся случайно на мой ролик, и у него возникла идея. Он мне написал, и теперь он часть истории моего канала. Я это говорю, что так может поступить любой из вас. Смело подписывайтесь на мой канал, станьте частью чего-то большего. В общем, если вам понравилось данное видео и данный способ вам помог, обязательно ставьте лайк и делитесь с друзьями, которые тоже имеют некоторые проблемы с Fortnite Mobile на Android. Ну а так, не забывайте по вопросам писать в мою группу канала ВКонтакте, ссылка в описании. А с вами был Матвей, hasta luego!